Приветствую всех любителей компьютерной графики, меня зовут Даниил, и совместно с обучающим центром Render.ru я рад представить вам дистанционный курс Photoshop для художников Школы компьютерной живописи. Этот курс рассчитан на всех, кто хочет заниматься компьютерным рисованием и живописью, но ввиду разных обстоятельств не обладает достаточными знаниями и опытом. В каждом занятии нашего курса вы будете получать большое количество теоретической информации и закреплять полученные знания в интенсивной практической работе. Все темы и задания курса выстроены по принципу «от простого к сложному». И поэтому даже самые новички смогут без проблем влиться в процесс обучения. В начале курса мы познакомимся с программой Adobe Photoshop и также поговорим о том, как правильно работать с планшетом. Если вы до этого никогда не использовали графический планшет, то для вас будет прочитана отдельная лекция, и вы также выполните ряд упражнений на постановку руки. Уже в конце первого занятия мы создадим наш первый рисунок. Это будет очень простой скетч фрукта. Далее мы перейдем к рисованию натюрморта. Это задание будет разделено на две части. Первая часть – это рисование черно-белой гризали. Здесь мы также познакомимся с инструментами для трансформаций и с инструментами для создания и редактирования выделений. Во второй части натюрморта мы будем придумывать цветовое решение. Поговорим о цветовых каналах изображения и разберем инструменты для цветокоррекции. Ну и в завершении натюрморта мы познакомимся с различными видами масок слоев и поработаем с текстурированием, создав мелкую детализацию. Следующим заданием станет концепт-арт среды. Здесь мы будем рисовать город или поселение магов. Такую картинку в стиле фэнтези. На этом этапе мы очень большое внимание уделим работе с кистями. Мы разберем все виды кистей, которые есть в Photoshop, а также поговорим об их настройках. Научимся создавать собственные пресеты и библиотеки кистей. В завершении задания у нас будет большая лекция, касающаяся формы и света. Здесь мы обсудим очень важные свойства света и какие-то физические явления, о которых должен знать любой художник. И в конце курса мы будем работать над последним заданием, будем создавать персонажа. И также здесь мы обсудим такие топики, как эффекты слоев, работу с фильтрами и смарт-объектами, поговорим также о работе с векторными инструментами. И в самом последнем занятии обсудим создание удобной рабочей среды, кастомизацию интерфейса, ускорение работы с помощью экшенов и некоторые важные настройки программы. Теперь несколько слов о тех требованиях, которые мы предъявляем ко всем желающим записаться на курс. Во-первых, у вас должна быть установлена программа Adobe Photoshop, желательно не ниже версии CS6. Также у вас должен быть в наличии графический планшет и хорошее интернет-соединение. И, безусловно, вы должны обладать хотя бы начальными навыками рисования. Также имейте в виду, что все работы, которые вы будете выполнять в рамках курса, будут просматриваться инструктором, и инструктор будет оставлять вам либо видео, либо текстовое ревью, где будут указаны основные ошибки, которые вы, возможно, допустите, и будут предложены варианты возможного исправления этих ошибок. И вообще, общение с инструктором является неотъемлемой частью дистанционных курсов Render.ru. Итак, всех желающих я приглашаю на обучение и желаю удачи!